С вами Варя, и сегодня со мной Макароночка. Геймер, мы все видео будем ржать, так что сори. Всем привет, ребят. Так, мы будем делать перца по смайликам. Я буду делать первые. Мы будем сейчас делать персонажа по смайликам, но ты не показала по каким. По этим. Облачко, что там еще? Фиолетовое сердечко, да, звездочки, цветочек, и ржач. Главное запомнить, что она должна быть нежной. То есть нужна юбочка? Не факт. Нужно по пальцам. Можно просто по пальцам пересчитать. Делать нежные оттеночки. Можно по пальцам пересчитать персонажей моих с юбочками. Мне кажется, их даже две. Или три. Это я сейчас буду очень долго с волосами возиться. Я сделаю, скорее всего, самую такую причесочку. Ну, даже не так сказать. А, ты вот. Честно сказать, я думала, мы чуть-чуть по-другому будем делать, ну ладно. У нас все бывает, короче. Я не знаю, делать ей длинную челку или короткую. Что бы такое сделать? Сама решай. Потому что я сама персонажа делать нормально. Давай сейчас не будем подглядывать друг у друга потом. Хотя нет, мне тогда плохой будет у тебя. Хорошо, но не забывай, что мы записываем видео. Я забыла. Молодец. Короче, у меня ничего не получилось. Короче, у меня тоже. Да, ребят, забыла сказать в дисклеймере, что голос мой ужасный. Если будем записывать видео в реальной жизни, то это трэш. Плюс я еще могу иногда подкашлять. А видео из реальной жизни будет. Так что ждем. Как его зовут видео? Это не факт. Я пока... Очень прикольно. Это ты предложила насчет видео в реальной жизни. Ну, что, надо иногда делать какие-то ролики, стараться работать над трудностями, которые я не умею делать. Поэтому, ребят, если вам не понравится мой голос, то извините, пожалуйста. Можешь погромче говорить? Мне кажется, тебя на видео не очень хорошо слышно. Потому что звук надо убирать, убирать. Нормально, все, я всегда так делаю. Все нормально слышно. Мне просто говорить, даже иногда, мне кажется, уже бывает лень. Супер. Что это было за звук? Это сообщение. Опять эти... Да, ребят, если будут приходить сообщения, извините, это просто наши подруги. Можешь не извиняться, потому что у меня это в каждом видео. Тупо... Я начинаю видео, начинаю здороваться, и уже сообщение такое ты-ды-ды-ды-ды-ды-ды. Не забывай, мы записываем видео. Ты же не забыла? Нет. Я забыла то, что у нас видео. Ой, эмоция, смех. Еще облачко. Как тебе эмоция? Все, макароночка жмыхнула. Да, здесь у нас в этом видео будет жмыхать. Мою уже жмыхнула. С глазами. Так, вы... Пока не будете видеть его, в конце вам скриншотик. Ой, я, короче, не умею. Так, у нас какие... Так, цветочек у нас еще и звездочки. Кто-нибудь, так. Научите меня делать персонажа. Ребята, не верьте ей, она очень хорошо делает. В кавычках. Она вас обманывает. Мне получается... Ну, не неси чушь, мои подписчики тысячу раз лучше делают персонажей. Или хотя бы профессионала, я... Ах, не надо! Хорошо, не я надо. не буду говорить. Я, которая реально не смотрела ни разу сейчас на твою ОС, хотя телефон вот так вот просто сделать. Всё. Наши подписчики, которые тупо не видят, как мы сидим. Ага. А чё они там говорят? У нее была такая хитрая идея, на которую я чуть не прибыла. Ну и так, мягко говоря, звездюлей. У меня фигня получается. У меня вдвойне. А ты не смотри. А я не смотрю. Ну и хорошо. Я по-другому сяду. А я вот так лягу. Гениально. Да, ребят, простите, очень много тупости. Мы
Второй я никогда не снимал нормальные ролики. Ребята, наверное, ко мне подсаживаются. И меня это очень смущает. Гениально. Так, как там у нас цветочек был и звездочка, я да? Я впервые в жизни сделаю такие рукава, мне кажется. Тут нету ни цветочка, ни звездочки, ребята. А, вот звездочка. Я не знаю, делать такие рукава. Хотя они вот такие. Мне кажется, нужно здесь... Здесь есть какой-то более-менее цветок. Я сделаю милые рукава, я больше не знаю. И по традиции я сделаю юбочку. Не знаю, почему. Зачем я это убрала? Почему я люблю юбки? Не знаю. Почему мне так нравится в гате? Ребята, наше различие с макароночкой. Мы не я не люблю юбки, особенно в гате делать. А макароночка... Что я с юбочками? Я без юбок теперь жить могу, ты понимаешь? У меня болезнь юбок. Мы больше не друзья. Я если начинаю делать юбку, это полная фигня получается. Так, а что у нас еще-то? О! Смех... Облачко. Ну, насчет облачка мы, наверное, крылышки сделаем. Назови любой цвет. Макароночка. Назови любой цвет. Зачем? Назови любой цвет. Зачем? Так надо. Тебя этот цвет устраивает? Назови любой цвет. Ну, фиолетовый у нас. Понятно. Ну ладно. Я хотел. Ну, какого цвета майку сделать? Ну, вообще, там должно быть фиолетовое. Все там должно быть фиолетовое. Нет, естественно. Естественно, нет. О. Ты просто еще попытайся сделать более эстетичными. Ты серьезно? Ты не могла это раньше сказать? Гык. Ты же, надеюсь, знаешь, что такое эстетика? Да, но я не буду, это делать. Я когда раз специально ей подложила телефон, чтобы она посмотрела моего персонажа. Ты только, она то, ребята, она только волосы делает. Ой, блин, она даже, она даже цвет волос не выбрала, ребята. Я одежду потому что делаю. В смысле? А, так у тебя коричневые волосы будут? Ну, естественно, какие еще? А. Я никогда их не делала другими. Натуральный — это самый красивый цвет. Также моя Оска. Эта чулка меня уже бесит. Какая? Которая раньше была на моей... С моей Оской происходит определенная фигня. Я уже жмыхнула. Ой! Ребята, жмыхнула. Так, цветочек розовый, Получается, нужно розовый сделать. Так, звездочка есть, цветочек есть. Ты можешь просто сделать с розовым цветком. Фиолетовый есть. Можно было, что ли? Да, можно было. Тогда... За придурков не держи. О, вот такую хочу челочку. У нее есть ушки, значит, должен быть хвостик. Так, есть какой-нибудь пушистый, что ли, хвостик? Для облачка. Так, ну вот этот... Такой? Не, ведь... У меня есть идейка. Интересно, мы вообще этот ролик выложим? Да. Ребята, если вы его смотрите, да, мы его выложили. То ответ на макароночкин вопрос исчерпан. Потому что в основном, что я снимаю в реальной жизни, я никогда не выкладываю. Потому что это получается конкретное... Она поняла, о чем я. Вы, может быть, тоже. Но это не точно. Ну, я говорить не буду. С цветочком. Так. Я сначала не поняла, я что меняет этот лицо? Белый цвет. Такое. Странное. Я, если честно, по-другому думала, то, что мы все это будем делать. Ну, тупо на цветочек. Ой. Так, я уже наполовину сделала персонажем. Ну, и получился, но мы поняли, что... А я процентов на 85. И по традиции я сделала свои любимые царапины. А что мы подглядываем? Да, блин, а ты же можешь подглядывать на мой. Я нечаянно. А чё так можно было сказать? И всё, тебе все поверили? То есть, если ты сказала, тебе все сразу поверили, да? Не должен верить. Вообще верить должен. Господи помилуй, что это?
Я лучше черный. Я самая ужасная, если девочка в черном. У меня полная фигня. Что-то новенькое. В смысле? В смысле? Блин, некрасиво, некрасиво. У меня слишком много всего, чтобы делать еще и крылья. Но если я не сделаю крылья, тут вообще облака не будет. Понимаешь, что у меня творится? Ну, естественно, ты не видишь. Ну, творится полный трэшик. Покажи мне, я буду видеть. А я не хочу. Не хочу. Не хочу. Гениально. Ты видишь, что у меня творится? Не, я не хочу тебе показывать. То есть получается? Ладно, как я посмотрю. Тебе? Хорошо. Нормально. Так советую чуть-чуть поменять. Так. Также мое описание, которое видно. Ой, ё-моё, я случайно сюда зажила. Ребята, блин, я поставила видео на паузу или нет? Нет, не поставила. Я теперь кажется, как будто она какая-то странная. Нас... Слушай, тебя уже жмахнуло, да? Да. Или нет еще? Может быть, может быть. Так, давайте подумаем. Давай, но вот мои подписчики ее не видят, так что... Ну, хорошо, что они видят. А то бы уже все отписались. Подожди-ка, не смотри. Они прямо... О, красиво! Я не понимаю, когда мои подписчики посмотри. Говорят, что я красивая. Воручек! Воручек. Так, я... И здесь есть. И да. Я хочу и сделать... Кто, не хочет, чтобы я снимал карты, запомните. Я всю жизнь буду, скорее всего, снимать Ренат Скарт. Не знаю почему, но мне очень нравится. А ты вот точно так выложишь? Точно. О, красиво. А может, не надо? Смотри. Ну, в смысле? Ну, мы стараемся. Ребята, если вы не против, я поставлю видосик на паузу, потому что 12 минут — это уже много. Короче, вот что у меня получилось. Оцени. Это просто... Ну, я готова сейчас. По 10-бальной шкале. По 10-бальной шкале. Ну, как минимум, дрелево. А, ну я как максимум. Ну и умножить это все на 300 дриллионов. Дриллион? Новое число от макароночки. Ты уже отправила скриншотик? Да. Так, чебуречек. Чебуречек отправили. Теперь все знают, как ты у меня подписана. Короче, вот. Короче, ты спалила меня в Ютубе. Ой. Ой. Хотя ты меня уже давно-давно спалила. Когда? Так, ребят, запоминайте ее. А, да, забыла. На зеленом фоне скриншотил. Ребята, спрашивайте, зачем на зеленом фоне. Если хотите узнать, то... А зачем? Я сама забыла. Зайдите на канал Purple Milks. Ой, не спрашивайте. Пожалуйста, ребята, не спрашивайте. Пожалуйста, не придирайтесь. Так, в другую сторону. Так... Так. Ну, получилось, ну, мы поняли. Вот на таком зеленом, да? Покажи, какой у тебя зеленый? Вот такой зеленый. Ну, самый яркий зеленый. Самый вот такой. Такой, да? Блин! Ну, давай, вот такой. Вот такой. А, такой. Все. Понятно. Что, ребята, мы... Хотя у меня вроде другой. Ну, ладно. Просто покажи, приблизь. Нет. Да ё-моё, она мне даже не показала. Вот, ты у тебя насколько она большая? Она вот такая она у тебя или поменьше? Такая. Побольше. Да? Ну да, где-то. Ну еще больше все. Да ладно, я потом, когда буду монтировать видео, ой. То все увидят. Ну и ты увидишь, конечно. А, то есть ты мне даже после съемок не дашь посмотреть, да? Да, конечно. Скриншот. Тик. Так, а сейчас получается твоя оска. Сейчас я вам покажу ее оску. Так, короче, вот. Ребята, оценим по 10-бальной шкале в комментариях. Да, конечно же, хреновенько. Нет, как минимум. Да. Нет! Да. Так, подождите разборочки. Ну,
На этом все, да? Да. Да. Сегодня будет еще ролик. Да. Короче, я сейчас уже монтирую. Короче, всем видео, пока. Чтобы все подписчики посмотрели. Кому интересно. Все. Поэтому всем пока и до сегодня, ребята. До сегодня.